сегодня выбрался попробовать половить карася. Давно я тут не был. Такой легенький перерыв. Да и времени немного особо на рыбалку. А на оке пока лодку накачаешь туда-сюда, ну, вы понимаете. Думаю, ладно, выйду на несколько часов. Поищу, попробую. Точнее, не поищу, а посмотрю, как себя чувствует карась. Приехал, а он у берега. Там. Там он. Там где-то плавали. Парочка. Уже не плавали. Отошли, видимо, я их шибанул немножко. А это стоит прям ручной. Пофигу. Ну ладно, покидаем, посмотрим. Погода ясная, солнечная, сильный ветер, но при этом температура сегодня будет не больше 21 градуса. Интересно, если перед ним, перед носом бросить приманку, он как отреагирует? Он вообще никак не реагирует, он отвернулся, поплыл в другую сторону. Он говорит, ты чё, иди нафиг. Вообще никак не реагирует. Ты чё, клюй. Давай. Оп. Не, он не в настроении вообще. Он даже меня не боится. Вот я подошел прям к воде. О. Говорит, я в домике. Ну ладно, поехали. Ух ты. Нападение кто-то там. Опять. Мелочевка что ли какая-то. Всем привет. Как вы уже поняли, я на пруду. Так как рыба под берегом, начал с легких весов. 0,2 и мотыля. Сегодня со мной корта до 1,5 грамм, любик тысячный, шнур ежик 0,2 и флюр 0,128 станлайн. А, это карась. Привет. Нормальный такой карась. Блин, я думаю, что там за машина приехала, что они там будут делать? Они, оказывается, будут траву косить. Прекрасно. О, красота. Ну, я думаю, они сейчас быстро, они вдвоем, в четыре руки, в два триммера. Сейчас быстренько обработают. Пока выключусь. Стоишь, и вот напоминает частично форелевый платник, когда стоит всю неделю дикая жара, она плавает на поверхности и ни на что не реагирует. Так и здесь, только карась не стаями, а
в одиночку, то тут смотришь, проплывет на поверхности, то там. Неужели так жара на нем сказывается? Сколько у нас жара была? Дней 5, наверное. Может, 4. Сегодня вот солнечно, но... Я бы не сказал, что жарко. Вот я стою как бы на солнце. Я, честно говоря, в кофте УПФ 50. Но все равно не жарко совсем. Да и обещали сегодня до 21. Может, действительно прогрелся, зацвел. Травы много поднялось. И рыбки стало. Хреново. Нападение. А, это ротан. Братан. Здоров. Вон еще рыбка. Вон еще 3. А вон там еще 2. И там вот в воде 1. И вон там, нифига себе. Уже тут 3, 6, 7, 8. Впервые такое наблюдаю. О, черныш, привет. Красивый-то какой. На солнце переливается, так интересно. Хорош. Ух ты, блин, ротан что ли? Ага. Придавил. Давай. Его поведение. Что-то стою, честно говоря, мне так захотелось супчику покушать горяченького. Время близится к обеду. Рыб по чуть-чуть поклевывает. Реагирует, а когда меняешь приманки, там сделаешь порядка 10 забросов. Нескольких результатов меняешь. Ну и так далее. Пока всю коробку не переберешь. Ну, а рыбка клюет. Надо сказать.
Нифига себе. Вот это ударище. С лёта прям попал, схватил. О, какой красивый. Ну, пока. Поеду я поем супчика. Горяченького, хорошего супца. На сегодня у меня все. Давайте. Пока.